Получить коммунальные услуги бесплатно жителям улицы 4 Лагерная не удалось. Сотрудники водоканала в результате проверки выяснили, что хитрые собственники повредили коллектор и пользуются канализацией бесплатно. С подобными инспекциями сотрудники водоканала выходят в частный сектор каждый день. Бывают самовольные подключения и самовольное пользование без технических условий. То есть люди совершенно без нашего разрешения подключаются к нашим сетям, делают самовольные подключения и пользуются нашими услугами или водой, или канализацией. Бывает, что люди получают технические условия, даже согласовывают проект, но по каким-то причинам не вводят сети водопровода и канализации в эксплуатацию и не заключают с нами договора по оплате. Это считается самовольным безучетным пользованием. Жильцы, пойманные за руку, факт вины отрицают. Говорят, что ни о какой трубе не знают и живут безмятежно. Сотрудники водоканала уверяют, что случайно раскопать трубу и подключиться к ней нельзя. Отпираться бессмысленно. Обходя таким образом нормативы и законодательство, ивановцы не понимают, что занимаются вредительством. Наносится ущерб нашим коммуникациям, поскольку подключение могут сделать не специалистами, которые влекут за собой и разрушение коммуникации, и ухудшение качества воды. И второй, естественно, материальный ущерб, поскольку жители пользуются услугами, водой и услугами по очистке стоков, не оплачивая данные услуги. Сэкономить жителям 23-го дома не удалось. Теперь ждут разбирательства в суде и, возможно, находчивым собственникам придется возместить водоканалу ущерб по оплате услуг и ликвидации аварии. Пока идут судебные тяжбы, жители дома привыкнут жить без канализации. Мария Авдеева, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.